Проклятие. Впереди дым. Нужно скорее добраться до мельницы. Это вверх по дороге. Только посмотрим, что в ящике. В соседнем поле копошатся саперы. Наверное, это они притащили. Меньше слов, больше дела. Не зевать. Здесь. Всем пригнуться. Спокойно. Готова рискнуть. Здесь враг. Старый волк знает толк. Это еще что такое? Атака! Тише, шаг. Врасплох. Готова рискнуть. Не торопимся. Тише шаг. Лови, гад. Спасибо, что подержал. Всем пригнуться. Сейчас обнаружат. Что там? Сейчас уложу. Это мое. Беру его тихо. Это мне еще пригодится. Так, держи. Тише шаг. Сейчас уложу. Лови, гад. Жмур, обшмонать бы. Лови, гад. Тише, шаг. Тихо. Не шуметь.
Не обнаружили. Это в план не входило. Осторожно. Устроим гадам сюрприз. Спокойно. Беру его тихо. Этих гадов заверсту чую. Долг зовет. Тихо. О, партизан, обшмонать бы. Я не подведу. Пригнуться. Враг ловушек наставил. Воспользуемся эффектом внезапности. Не подведи. Спасибо, что подержал. Спокойно. Тихо. Вперед. Готов рискнуть. Только я разошлась. О, жмур, обшмонать бы. Где-то поблизости. Тихо. Наповал. Действуем. Тихо. Я здесь. Жив. Здесь. Надо действовать. Так держать. Слушаю. Тише, Ша. Спокойно. Не зевать. Ты же едешь, дальше будешь. Глядеть. Воспользуемся эффектом внезапности. Тихо. Следуем плану. Да. Не спугнуть бы. Тише, шаг. Заметь. Готова рискнуть.
кто-то есть. Дамте партизан. Не люблю я на полусогнутых. Смерть фашистам! Прикройте! Давайте бегать! Внимание! Тихо. Враг ловушек наставил. Покажем гадам, как драться. Экстренная позиция. Разогнусь ведь потом. Здесь враг. Сейчас обнаружим. Экстренная позиция. Пусть огонь. Продолжим. Эй, гадам. Тихо. Жи. Ну вот и все. Путем. Устроим гадам сюрприз. Заметили. Не разогнусь ведь потом. Так держать. Слушаю. Тише, шаг. Сейчас уложу. Сейчас поднимет тревогу. Не разогнался. Это мне еще пригодится. Задача ясна. Спокойно. Открытие быстро. Можно расслабиться. Я что-то слышу. Если не мы, то никто. Не зевать. Надо быть осторожной. Осторожно. Уберу его тихо. Это в план не входило. Спасибо, что подержал. Слушаю. Тише, шаг. Лови, гад. Положил. Да. Я что-то слышу. Стива, вы целы? Я, да. Но отец... Один из них схватил меня. Один пытался ему помешать, и они застрелили его. Сочувствую. Черт, поздно мы пришли. Сюда идут немцы. Откуда и сколько? Несколько. По дороге мимо минного поля. И по другой дороге еще. Целый отряд. Через пару минут будут здесь. Пользуемся эффектом внезапности. Готовы. Это мое. Я тут, я тут. Я здесь.
ловушек наставил. Глядеть в оба. Нужно застать их врасплох. Жить. Меньше слов, больше дела. Слушаю. Глядеть в оба. Ну? Сделаем то, зачем пришли. Ну? Меньше слов, больше дела. Враг ловушек наставил. Старого воробья на мякине не проведешь. Жи. Враг ловушек наставил. Я этих гадов за версту чую. Учуял. Враг ловушек наставил. Ловушек наставил. Слушаю. Здесь. Жи. Не разогнусь ведь потом. Слушаю. Последнее слово за мной. Враг ловушек наставил. Не шуметь. Thank you.
Надолго же их так, хватило. Держи. Да? Чего я на войне не видал? Ничего. И это переживем. Старого воробья на мякине не проведешь. Не зевать. Спасибо, Вы что поддержал. Ловушек наставил. Ну вот и все, путем. Слушай. Здесь. Тише шаг. Уберу его тихо. Это мне еще пригодится. Слушай. Ничего. Это переживем. Слушаю. Не разогнусь ведь потом. Вперед. Старость не радость. Слушаю. Здесь враг. Что ты? Здесь враг. За мной. Победа. За мной. Я тут готов. Здесь враг. Есть еще порох в пороховницах. Сократил поголовье. Не зевать. Глядеть в оба. Ничего, и это переживем. О, Бог терпел и нам велел. Подумаешь, кровь. Слушаю. Ну вот и все, путем. Так просто не подловить. Вперед. Что? Бог терпел и нам ведь. Слушаю. Пора что-то делать с Бермеером. Это не тот картофельный фюрер, про которого скулил староста перед смертью? Он самый. Это его бандиты вчера спалили деревню. Жители недодали ему мешок картошки. А он посчитал, что они его утаили и отправил солдат. Те, кого они не убили, остались без крова. Нельзя такое спускать. Согласна. Он знает, что останется безнаказанным и будет звереть еще больше.
пока бы он вылез из своей медвежьей берлоги на станции, давно бы у меня картечи наелся. Да он оттуда носа не кажет. А большая она, эта станция? Да не то чтобы очень. Вот Красносельская — это станция, а это так, полустанок. Тогда наведаемся к нему завтра ночью.